Так, добрый день, друзья, гости, подписчики канала. 13 апреля. Вот такое у нас утро. Мороз, мороз. Машина вся в инею стоит. Блестит. Сейчас, ну, он уже оттаяло, задняя. Стекло на солнышке хотел пораньше снять, но свои проблемки у нас не получилось. Ну, думаю, сейчас засыму, вам покажу. Вот трава наша белая, прям зимой такого не было. Вот она вся блестит. Сейчас она оттает. Забор он уже оттаял. Как она достала уже эта погода. Минус 2. Вот видите, белое все стоит. Белое. Бля. Ну ничего, прорвемся. Вот она оттаивает. Видите, снег. Эх, снег, снежок, белая метелица. Нормально. Нормально. Зимой не было мороза, зато в апреле. Вот такие у нас. По утрам, нет, это уже две недели, друзья, от этого уже достало все. Когда уже оно наладится. Зато сейчас в обед уже будет 23-24. Вот так вот. Так, у нас сегодня по плану было заняться вот этим ресивером. Укоротить его. Но пока было принято решение, ресивер подождет. Займемся мы от этим инструментальным ящичком. Сейчас мы его пойдем примеряем. Если он подходит между сиденьем в тракторе, значит, мы его будем приводить в порядок. Очистим, прогрунтуем, прокрасим. Где надо, подрихтуем, подремонтируем. И будем устанавливать его в трактор. Сейчас мы его примеряем, и будет уже видно. Так, а вот он и ящичек наш между сиденьем стал. Как раз ему здесь место. Вот так вот. Мы его, значит, сейчас будем проводить в порядочек. Ящик, вот он, штатный. Штатный маленький, этот поболее. И как раз вот этот инструмент, который мы, у нас не влазил, тот ящик, мы его вот сюда определим. Ну все, сейчас будем заниматься ящиком. Так, еще хочу поделиться, как я нашел выход с положения массы к этому ящику прикрепить. Вот такие клещи, и никак тут не зацепить. Взял строительный магнит до заклепки массу, и он прилип. Отлично, отлично получается, варит, все передает. Ну, это наше будет ноу-хау. Вот так вот варим. Сейчас мы варим уголочек, дырочки, почистили его. Сейчас еще поварим, отрихтуем. Будем потом ржавчину уберем преобразователем ржавчины. И будем его грунтовать. А потом на покраску. Так, ну вот финальный этап. Красим мы наш ящик. Димон у меня за маляра. Почистили, отдраили его. Да прям вообще. Как у Толяна кабина. Будет блестеть мой инструментальный ящик. Вот вообще чудненько получается.
Ой-ой-ой, красота. Блестит. Самое главное, что блестит. Вот тут вот чуть-чуть еще. О. Вторым струем еще. Вот здесь вот. Надо. Подожди, вот ручку зря покрасили. Сейчас мы вот так вот ее уберем. Ручку не надо. А то в натуре у меня на иномарках такого нету, как я на свою МТЗ готовлю. Да что ты? Вообще. Так это надо и ключи тогда все помыть. А ну-ка, в новый ящик старые ключи. Это ж не, ну, не. Ну тогда и ручку красить. О, точно. Глянь какой. Ух, так. Давай я ее проверну. Она все равно, руки в мазуте, она все равно мазута черная. Все равно облапаешь, будет черная. Все, хорош. Выпустил. А, подожди, надо же еще низ покрасить. Не хватит? И сверху напылить. Ну, а это ее надо перекинуть, да? Угу. А ну. За уголочка такой, вот так, опа, а ну давай, там, во, напыли, а так чуть-чуть, во, да что ты, ё-моё, вот, хорош, там сильно не закрашивай, угол только вот прокрась, вот, вот, и тот, он сам уголок, сам, не, во, ой-ой-ой. Да что ты, ё-моё, ну это вообще капец, финиш. Все, пускай сохнет.